От 3 дней занимает у компании iCraft процесс индивидуального изготовления очков и доставки их в торговую точку. А чтобы новая пара подошла идеально, консультанты-оптометристы бесплатно проверяют зрение клиентов, подбирают линзы и помогают выбрать оправу. Кроме того, компания продолжает реализацию собственного благотворительного проекта по поддержке здорового зрения. Одна из категорий, на кого направлен проект компании – ветераны войны и труда. Позиция лидера отрасли накладывает на компанию iCraft определенные социальные обязательства. И наша компания традиционно участвует в программах социальной помощи. Хорошее зрение важно для полноценной жизни и особенно ценно для пожилых людей. Мы рады быть полезны нашим дорогим ветеранам. В мае этого года ветераны труда из Алтайской общественной организации «Российский союз ветеранов» посетили магазин и выбрали понравившиеся очки. Компания iCraft изготовила их по индивидуальному заказу и отправила в Барнаул, где в торжественной обстановке их вручили владельцам. Вот сегодня мое сердце открыто для вас. Почему? Потому что я одела ваши очки. Я стала лучше вас видеть насквозь. И скажу, что я с 90-го года не меняла очки, они уже устарели. Я сейчас одела, и прям мир открылся, прям другими глазами на вас смотрю. Спасибо, ребята. Раньше было, я уже давно, мы просили там чего-то. А сейчас люди приходят и говорят: Татьяна Ивановна, чем помочь? Поэтому, ребята, спасибо вам, что есть у нас в стране, на земле, люди, которые ценят ветеранов. Для ветеранов организовали фуршет, на который прибыла замминистра по социальной защите Ковалева Юлия Анатольевна. Она выразила благодарность руководству компании iCraft за социально значимую деятельность. Всего проект помог 29 нуждающимся в новой оптике ветеранам и ветеранам труда. Мы стараемся все сделать для того, чтобы ветеранам жилось как можно легче. Чтобы они чувствовали заботу о них со стороны как общественной организации, так и юноармейцев, волонтеров, еще раз повторюсь, и других организаций, вот как iCraft. Я очень благодарен, что такие организации есть и что они заботятся о наших ветеранах. В новых очках ветераны собрались вместе на специальный показ фильма «Девитаев». Юлия Шламова, Анатолий Фукс. Новости.